Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в дом Кати. Я тут немножко подзабыл то, что нам нужно кормить нашего кукусика и нашего мамусика, и в принципе этим я сейчас буду заниматься, то потом Катя опять придет и наорет на меня за то, что я их не кормил. Кукусик, жри. Чё зыришь, глаза пузыришь? Мамусик, ты тоже жри. Все, давайте, мелкий, и ты кушай. Грустят они, поэтому не хотят кушать. В принципе, как и я. Мы просто здесь уже сидим, я не знаю сколько времени, и не знаем, что делать. У нас с одной стороны печальные новости, с другой стороны хорошие. И сейчас это будет все на полном серьезе, без каких-либо шуток. Катя попала в больницу. Да. И она сама сказала, попросила меня, чтобы я сказала это тебе. Потому что, возможно, некоторые подписчики уже заметили то, что наша новая совместная рубрика с Катей не выходит уже несколько дней. И она начала переживать, и я решил то, что я должен поделиться с своими подписчиками. Хоть это как бы и не круто настолько сильно разглашать свою личную жизнь, что сейчас вообще происходит, что кто-то там попал в больницу, но все же вы часть нашей семьи, ты часть нашей семьи, такие важные вещи я должен сказать, чтобы просто никто не переживал. Она также попросила сказать, чтобы действительно никто сейчас не переживал за нее, потому что все более-менее уже хорошо, она долечивается, и через несколько дней ее выпишут. Я поеду за ней, заберу ее, и мы вместе приедем домой, через несколько дней уже запишем наш новый совместный ролик. Поэтому не переживай. Но все же я хочу попросить каждого поддержать Катю. Мне кажется, если она увидит этот ролик, то ей будет действительно приятно. Напиши что-то хорошее в комментах, чтобы она выздоравливала. Давайте соберем как можно больше комментов и как можно больше лайков. Ей действительно будет приятно. В общем, пацантре, жрите, жрите. А мне нужно придумать небольшой такой подарок. Катя же все же сделала мне подарок, когда я вернулся из Португалии. Поэтому я также решил то, что мне нужно сделать подарок для нее. Но проблема в том, то, что я не могу сам придумать. Вот я не могу придумать, что ей можно подарить. Устроить ту же самую тусу, которую она мне устраивала. Так проблема в том, что мы эту тусу даже не устроили, потому что там был вот этот вонючий тамада, который все испортил. Поэтому я решил собрать свою банду подписчиков. Мне кажется, совместными усилиями мы придумаем что-то и сделаем Кате офигительный подарок, когда она вернется. Собираем нашу конференцию. Опа, беседа ВКонтакте. Ага, я сейчас запишу голосовое сообщение, чтобы они все пришли. Короче, наркоманы, здорово, здесь проблема такая. Мне придумать нужно, что подарить Кате, когда она вернется. Вот, поэтому, кто может, прямо сейчас приходите в дом Кати, вот этот новый, который я ей построил. Приходите сюда, захватывайте все ваши идеи, любые ваши подарки, которые можно подарить Кате, когда она вернется. И, в принципе, мне просто не хватает пару свежих голов. Поэтому я жду каждого, кто может. Вот, кто прослушает это голосовое сообщение. Давайте. Я надеюсь, что эти наркоманы сейчас придумают что-то хорошее и придут как можно скорее. Опа! А чё так быстро? Мать, заходи, раззувайся. Давай, давай. Даро, 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 даро. Короче, Мия, садись. У нас проблема есть. Вот. Небольшая такая проблема. Нам нужно придумать, что подарить Кате, когда она вернется с больнички. Есть какие-то идеи? Вот у меня на самом деле вообще никаких идей нет. Я уже здесь сижу, не знаю сколько дней, и думаю, что же может... Да, есть что-то? Сейчас, подожди, я двери открою. Опа, шашлык ходячий, заходи. Заходи, проходи, раздувайся, доставай копыта свои, давай. Главное, сало здесь не раскидывай по квартире. Здорово, здорово, шашлык. В общем, садись куда только хочешь, выбирай удобное место. Спасибо, что пришел. Сейчас, возможно, еще кто-то подойдет, я не знаю. Ну, три башки, это хорошо. Тремя башками мы уже сможем сообразить что-то хорошее. Шашлык, угощайся, что здесь детское питание, которое Катя заказала в предыдущей серии. Вот, в предыдущей серии. Вот, в предыдущей серии, если ты не видел, когда она была беременна. Ну, не, в смысле, не беременна. Там, короче, жестко было. Если ты не видел, посмотри, пожалуйста, предыдущую серию. А здесь еще кто? Алекс Электросталь, заходи! Здорово, раздувайся! Проходи, садись куда только хочешь, давай. Четыре башки! Четыре башки, это еще лучше. А почему Мия там сама сидит? Ладно, я сяду возле Мии. Никто возле Мии не садится. Есть идея? Это, походу, самый дебил. Да, у нас пришел. Все звонили по одному разу, сейчас... Вот дайте я завангую, даже ванговать не пришлось. Костянчик, дебил! Да, давай, заходи, да, заходи, дорогой, заходи. Костя, проходи, присаживайся, дорогой, присаживайся. Здорово, братан, как сам, салам пополам, как жизнь. Все хорошо у вас?
Так, еще кто-то придет, не придет, как думаете? Короче, Костя, посвящаю тебя во всю ситуацию. Нужно придумать что-то, чтобы подарить Кате. Я не знаю, что... Это кто? Хлеб может, а может Стасик? Ладно. Сейчас, подождите, я сейчас приду. Господи, помилуй, вы еще кто такие? Да хватит звонить, подождите! Здравствуйте, я Наталья, представитель Oriflame, это мой... А, все понятно. А, ну мы вас не ждали. Идите нахрен. Чуть-чуть. Да идите нахрен! Нахрен! Иди нахрен! Да иди нахрен! Нахрен иди! Да я нахрен! Иди нахрен! Я сейчас не нахрен буду посылать куда-то в другое место, в смысле... Представители, это Марина, моя помощница. Ей приятно, конечно, познакомиться. Идите нахрен. Слушай, хотим представить вам замечательный крем с лавандой. И всего за 3000 рублей. Ну, купите. А с чего вы взяли то, что мне нужен крем с лавандой? И с чего вы взяли то, что вообще можете приходить в мой дом и толкать мне свою продукцию, орифлеймовцы сраные, для своей девушки? Да не нужен мне крем с лавандой! Ну, ей нужен. А с чего вы взяли то, что моей девушке нужен крем с лавандой? Чё это вообще за дичь? Увлажняющий с экстрактом лаванды ночной крем для ног. Увлажняет кожу, убирает морщины. Откуда морщины убирает? С ног? Слушайте, девочки, идите к чертовой бабушке отсюда. Мне не нужен ваш крем с лавандой. У меня здесь важные дела. Сваливайте отсюда! Не заставляйте пукалку доставать свою! Все, до свидания! Дебилизм какой-то. Кремы, лаванды всякие, ничего не понятно. Прикиньте, с Oriflame приходили. Марьяна и Марина, или как и Наталья. Короче, пацантре, по очереди. И пацанес, извиняюсь. По очереди. Вы это слышите? Это в туалете. Опять сральник засорился. Костя, тащи вантус. Господи, помилуй, вы с ума сошли, этот, как, что? Слезли с этих шайтан-машин, пацаны, ломайте им эти шайтан-машины, ломайте, Костя, ломай, Мия, ломай, помогайте, что это за дичь? Ломайте этой наркоманши, вы с ума сошли! Все, тихо, купите масло лаванды, какое к чертовой бабушке масло лаванды? Что это за дичь вообще происходит? Какое масло лаванды? Вы с ума сошли? Мне не нужен ни ваш лавандовый крем, ни ваше лавандовое масло. Как вы вообще забрались в мою квартиру? И как вы вообще забрались в мой туалет? И как вы вообще... Что сейчас это? Что? Летающий... Увлажняет кожу, попка гладкая, будет как у младенца. Эфирное масло лаванды для упругой задницы. У Кати нормальная упругая задница, да почему... Подождите, слушайте, кошелки старые, вы вообще с чего решили то, что мне нужно? Я сейчас эту хрень выброшу, здесь есть лава? Вот смотрите, идите сюда, вот масло лаванды хорошо поджигает лаву, хорошо обоглощает лаванду витаминами, всего 5000 рублей, вот ваши 5000 рублей сейчас там в лаве плавают, до свидания, сиськи спрячьте, наружу выставили, все, давайте обратно в дом. Это как называется вообще? Платите 8000 за порчу. Слушайте, развернитесь, уйдите, пожалуйста, отсюда. Так, а вы давайте за мной. Давайте, быстренько все за мной. Все за мной за дом. Сваливайте отсюда! Всю жизнь с лавандой мне провоняли сейчас. Так, быстро... Быстро сюда, все сюда. Чё вы как сыкуны в дверь-то заходите, сыкушки, а? Мы сейчас отправляемся в комнату Кати. У нее там все фиолетово. Я просто вам хочу показать, чтобы вы поняли, что ей можно подарить. Я не знаю, когда вы посмотрите на нее там вещи, которые находятся в комнате, возможно, вам в голову придет какая-то идея. Я вот на самом деле сам не знаю. Вы там не теряйтесь, шашлык, кто там еще? Костя, давайте быстро сюда на второй этаж. Шкаф фиолетовый, шторы фиолетовые, стол фиолетовый, Пикачу, в принципе, все, ну, как вы видите, здесь много всего, да, цветы фиолетовые. Я не знаю, что ей подарить. Я ей подарил котенка, она потом мне котенка взамен подарила. Если это то, что я думаю...
Да вы вообще очумели здесь, как я вижу. Вы дебилы, как... Что вообще, как... Арифлейм в Мстителях работает? Я не понимаю, что за летающие кресла? Что за летающие ванны? Это как вообще? Да свалите с этого... Слушайте, вы Карлсоны недоделанные, ломайте им вот этих... С бассейна вылезла? С бассейна. Хотим предложить клизму. Клизму, вы хотите... А ну, клизму, вы хотите клизму предложить? Идите сюда, предложите мне, пожалуйста, клизму. Клизму с лавандой. Всего за 2000 рублей со скидкой. А, вот прям всего лишь за 2000 рублей. Клизма с лавандой. А ну, покажите. Наверное, хорошая клизма с лавандой. Так, а вы думаете... Хорошо. Лавандовая клизма. Почувствуй вкус лаванды. Чем мне вкус лаванды почувствовать? Задницей? Если это клизма, как мне вкус лаванды почувствовать? Слушай, вы посмотрите на меня, посмотрите. У меня борода. Мне почти 24 года. Татуировки, вот ляжки волосатые. И не только ляжки, у меня все волосатое. Я мужик. Вот вы две... Я даже не знаю, ведьмы вы какие-то. Вот вы реально смотрите на меня, и вы думаете, то, что мне нужно клизму лавандовую? Зачем, куда ее вставлять буду? У меня все хорошо с этим делом. Фу. Подождите здесь, подождите здесь. Вот сейчас я просто за бабишком сгоняю. Костя! Костя, спускайте сюда. Костя, иди сюда, Костя. Девушки, мы сгоняем. Сейчас, подождите, мы за баблом. Мы вставляется в анальное отверстие. Сейчас мы вставим вам в анальное отверстие все, что только можно. Костя, иди сюда. Костя, ты помнишь, ты мне говорил, что у тебя там два гроба есть? Помнишь? Кивни башкой, если помнишь, да? Помнишь? Сгоняй, пожалуйста. Загоняй за ними быстренько, если, конечно, можешь. Только давай туда и обратно. Два гроба, ну, типа... Вроде они такие большие, поэтому поместиться вроде туда должны будут. Костя сейчас сюда придет, короче, шашлык. Мия! Иди сюда, Ми. Иди сюда, спускайся сюда вниз. Вот. Костя, давай. Да, это то самое, давай, дай. Один гроб, ага, второй гроб. Мия, лопата есть? Есть лопата. Лопата есть? Башкой махни. Лопата есть, хорошо. Так, клизма, значит. Никич, ты на шухере, стой. Постой на шухере. Девочки, мы тут решили, нам нужна клизма. Вот. Залезайте. Замечательно. Вот это действительно замечательно. Хорошая ночка, хорошая. Закидывайте грязью, закидывайте землей, закидывайте. Давайте, ставьте. Давай, Мия. Так, ага, вот. Подожди, я лаванду забыл им туда, вот эту клизму им выбросить. Ага, и опа, Арифлейм, значит, пришли со своими вот этими дебильными кремами, маслами. Уйдите, пускай там вниз клизм, да, все. Ага, хорошие девушки были. Я, по крайней мере, не знаю, я с ними знаком не был, поэтому шашлык давай возвращайся сюда обратно. Как бы тёлочки были бесполезные, да? Но благодаря им у меня тут идея небольшая появилась. Я с Костечкой наедине перетру. Костечка, иди сюда, Костя. Костя, не теряйся в пространстве, иди сюда, Костя. Короче, Костя, иди сюда. Подойди. Ухо подставь. Никиш, не подглядывать! Короче, Костя. Понял? Все, стой здесь, я сейчас за бабками приду и вернусь. Все, не послушивай. Ага. Заначка я здесь спрятал, чтобы Катя не видела. Здесь у меня, опа, заначка. Последние деньги, которые у меня только есть. Костя! Кость! Выбегай к главному входу! К входу выбегай! Опа! Костя! Иди сюда! Это у меня последние бабки, которые остались.
Ниже. Костя, да хватит подглядывать, штирлицы недоделанные. Спрячьте свои... Шашлык! Сало наружу не выставляй! Костя, иди сюда, Костя, держи. Это последний бат, который у меня есть. Помнишь, я тебе говорил? Сейчас сваливаешь, понимаешь, на тракторе приезжаешь, то ломаду мы здесь присадим. Понял? Давай, Костичка, давай! Да все, не обращай на них внимания. Костя, давай, у тебя важные дела. Давай, сваливай. Я Костю там отправил в одно место. Костя сейчас должен миссию такую небольшую выполнить. Выходите все на улицу. Давайте. Я тут что говорил до этого? Мне в голову пришла небольшая такая идея после вот этих старых кошелок, которые мне там предлагали все лавандовое, там лавандовый крем, лавандовый вот это, лавандовое, неважно. Они хорошую идею мне подкинули в голову. Катя любит лаванду, вот прям оргазм она получает каждый раз, когда слышит слово лаванда. А вы представьте, вот, ну сейчас, подождите, вот сейчас Костичка приедет, Костя! Он не вернется, он наркоман. Да вернется, да ничего не сломается. Да все будет нормально. А вы говорили то, что не вернется. Костя, Костичка, все. А вы, да Костя, да остановись, дебил! Опа, вот так хорошо. В общем, смотрите, я Костя дал свои последние бабки, 5 кусков. Свинка, слезь с трактора. Я ему дал 5000, он арендовал этот трактор и закупился прям по полной программе. Чтобы просто понимали, что я скупил. Идите сюда. Я, короче, скупил все магазины, которые только были в городе. Смотрите. Вот сейчас вы понимаете, что мне в голову пришло? Какая идея мне сейчас в голову пришла? Поэтому идите сюда, пацантрей, пацанессы. Ляпота! Ляпота, Никиш, реально! В общем, держи, свинка, тебе полстака. Дальше, Мия, тебе полстака. Костя, тебе стак, ты сделал сегодня хорошее дело. И тебе, Никиш, тоже полстака. Понимаете, что нужно делать? Чтобы через 5 минут вся жизнь была просто лавандовой. Погнали, садим сюда все, что только можно, Мия, давай, рассаживай все, что только можно. Я зайду вот сюда внутрь, я сюда поставлю, чтобы у нас дома все было в лаванде, чтобы Катя пришла и сказала, ох май гад, ох май, ого-го-го, чтобы вот так она сказала и увидела то, что у нас все в этой жизни стало лавандовое. Лавандовые поля, слушайте, даже в Париж уезжать не нужно, в Францию не нужно ехать, лаванда как смысл жизни. Собственное лавандовое поле. Просто у нас перед домом. Свинка, держи еще. Давай, сажай. У кого кончилось, берите еще. Так, у меня тоже кончилось. Все? Давай. Ну, у меня слов просто не хватает, чтобы выразить свой восторг. Вот. Надеюсь, что Катя вернется уже завтра. Максимум послезавтра. Когда она это увидит, вот в принципе, да, Мия, это первое, что она должна сказать. Красота! Извините, я просто держал это в себе, не знаю, 5 минут. Я просто держал, сдерживал, сейчас оно вырвалось. И все это только благодаря тебе и твоей поддержке. Спасибо огромное каждому, кто переживает за меня. Спасибо огромное каждому, кто переживает за Катю. Не зря есть Арифлейм, свинка. Молодец. Если бы не Арифлейм, мне бы даже в голову сейчас не пришла эта идея. Пожелаем Кате быстрейшего выздоровления, чтобы она вернулась как можно скорее. Я надеюсь, что это будет уже буквально через несколько дней максимум. Вдохните. Вдохните этот запах. Ляпота. Просто ляпота. Ставь лайк, если хочешь, чтобы следующая серия вышла уже с Катей. Я тебе скажу огромное спасибо за просмотр. Подпишись на канал, чтобы Катя пришла и увидела, что у нас в нашей семье перцев стало еще больше. Костя сделал хорошее дело, уехал. Костя, ты дурак! Ты на своем тракторе пол лаванды сломал! Быстро сажай все обратно! Ладно, мы заканчиваем эту серию, пока эти наркоманы здесь ничего не... Давай, засаживай! Пока здесь хуже только не сделали. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока!